Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Пришла очередная посылочка на тему рыбалка, товары для рыбалки. А пришла долгожданная ходовая сумка для спиннингиста. Прошло уже более 40 дней. Хотя из этих 40 дней она пролежала только 12 дней на таможне. Видно, из-за загруженности заказывал 11.11. Массовые заказы, поэтому сумка так долго шла. И пришла такая вот довольно интересная сумка. Одевается на пояс. Можно одевать ее через плечо от фирмы Лео. Ремешки. Ремешок через шею, хорошие крепкие карабины, расширенная плечевая лямка, вся фурнитура хорошо сделана. Ремень через пояс. Как видите, залепы. И плюс еще защелки. И как они, клепки. Довольно плотный, хороший пластик. Уже держу в руках вещь, и качество мне очень порадовало и очень нравится. Хорошие и вместительные карманы. Мощная такая вот собачка. Здесь откидной карман. С тыльной стороны сумки кармашек. Здесь под небольшой термос. Сюда можно что-то положить под эти тесемки. Добротная, вместительная сумка. Ссылочка будет в описании под видео. Материал заявлен как непромокаемый. Да и так вот держу руками. Довольно крепкая, хорошая ткань. Здесь такие штучки. Для того, чтобы когда у вас сумка одета на пояс, сюда можно вставить спиннинг. Если вы ловите на течение и вам надо, чтобы были руки свободными, сюда вставляется спиннинг. Также и в это
резиновое отверстие тоже можно вставить, спиннинг или короткий подсачек. Он всегда был под рукой. Карманов много. На поясе носить самое то. Можно спрятать и телефон, и камеру убрать, или фотоаппарат. Все будет закрыто. Друзья, качеством я доволен. Сейчас примерю термосы, посмотрю коробочки ради интереса, посмотреть вместительность. Взял первое, что попалось под руку из рыболовных принадлежностей. Такая вот коробка. Здесь хорошо вот есть разделительная спинка. Или такая перегородка на залепах. Коробка с воблерами. Спокойно залазит, и еще остается место. Коробочка с осетными крючками. 50 крючков. Спокойно сюда залезла. При желании можно еще коробочку воткнуть. Беру такую коробку. И все спокойно закроется. Три коробки спокойно влезло в сумку. Очень большое отделение откидного кармана. Сюда пачек с силиконовыми приманками можно запихнуть, ну, 10 точно влезет, а может даже и 15. Воблер 115 сантиметров, их сюда можно кинуть штук 10 без проблем, положить весы тоже сюда, телефон, нож. Посмотрим вместимость. Нож спокойно влазит в карман. Это девяточка Опинель. Вместимая хорошая сумка, друзья. Приехать на машине, походить со спиннингом. Не надо тянуть никакой рюкзак, особенно если водоем где-то возле дома. Пол-литровый термос спокойно влез в этот карман. Ну или пол-литровая бутылка с минералкой, с кока-колой спокойно влезет. Можно сюда сверху под эти шнурки вставить термос. Пол-литровый термос спокойно вставляем. Можно и термос взять, и бутылку с водой на рыбалку, если жарко летом. Если вы любите кофе, то и без кофе не останетесь, и вода будет всегда с вами. А если, как у меня, есть еще разгрузочный жилет, в который влазит очень много всего. Вот это все, что я сунул в сумку, это у меня все влазит в разгрузочный жилет вместе с термосом и со всеми этими коробками без проблем.
Ну вот, друзья, кому интересно, ссылочку оставлю в описании под видео. Заходите, заказывайте. Мне вещь очень понравилась. Всех благ вам, вашим близким. До свидания.